назывался A9 Pro, по сравнению с Galaxy A9. Не сильно отличаются друг от друга, очень даже похожи, практически одинаковые. Они под управлением Android 6.0, то управление у них понятно, что самое главное на Samsung это Home кнопка, поддерживает телефон 2 нано сим-карты. Вот такие вот у нас аппаратики, спереди и сзади, блестят они очень такие неплохо, выглядят презентабельно. Это Samsung, и он старается для нас. Оптический сканер работает очень быстро, 2 сим-карты, конечно, отдельный лоток под microSD-карту, это очень важно. Еще есть то, что на нем стоит AMOLED-матрица, как всегда на Samsung, имеет разрешение на Full HD, и выглядит, конечно, отлично, сочная картинка, четкая, никаких промахов, все в порядке, это же AMOLED. Фото и видео возможности телефона очень даже неплохие, и они практически одинаковые на обеих телефонах, особо не заметно. Разве что на Galaxy 9 Pro немножечко светлее, абсолютно одинаковые, поэтому разницы никакой нету. Стоит ли переплачивать деньги за то, что получаете одни и те же яйца, только видео тоже они записывают одинаково. И насыщенность у них тоже идентична, поэтому я не вижу никакой разницы между ними, абсолютно идентичны. Так вот у нас работает камера. Стоит ли переплачивать приставку Pro? В Antutu они набирают практически одинаковое количество баллов, 69 500 и 70 тысяч. Работа интерфейса тоже у них одинаковая. Я не заметил вообще никакой разницы. Такие вот пирожки. Такой вот у нас телефончик. Вот и что самое главное преимущество этого аппарата, это то, что у него батарея на 5000 мАч. Это, конечно же, круто. 4 гигабайта оперативной памяти. Встроенная память 32 гигабайта. Поддерживает он LTE, видео тоже он воспроизводит отлично, никаких лагов, ну это естественно, все современные смартфоны поддерживают, неплохо проигрывают видео, так что скрываться не стоит. В общем, будет у нас аппаратик со стандартным интерфейсом от Samsung, тут чудес он не ловит, а за 70 тысяч этого в принципе хватает с головой. Вот такой вот у нас аппаратик на обзоре побывал.